Друзья, давайте быстрее. Вон те вот кусты, пока по мне не начали стрелять. Нет, а вообще все не так ужасно, как вот только что было. Наоборот даже. Вот смотрите, что у нас здесь. Вот она, граница между двумя странами. Deutschland и Polen. То есть Польша и Германия. Дело в том, что здесь нет разделения там территориально. Нет, оно есть, но оно как бы, ну, вот здесь линия, здесь мы, здесь вы. Но здесь нету такой прям аж пограничников, солдат, чтобы охраняли эту землю. Здесь как бы есть административное деление между странами. Вот заходишь в ту страну, и тот город, там, допустим, законы Германии, и все начинает действовать вот с этой полосы. Оп, я в Германии, и здесь нельзя плевать на улицу. Вот здесь я в Польше, и здесь, ну, в принципе, какая разница? Вот так вот, как бы законы просто меняются с пересечением этой полосы. Ну, никакая виза, ничего этого не нужно. По-своему, это очень здорово. И, по-моему, это уже украдено у Советского Союза, да? Как бы у нас тоже между республиками, Казахстаном, Белоруссией, там, Киргизией и прочими не нужны были никакие паспорта и визы. Так что, вот как по мне, здесь вот есть такой вот приятный бонус, который мы, увы, упустили.